Всем привет. Так, да, всем привет. Поехали. В общем, Джипалм, что я хотел тебе сказать? Ты меня слегка наебал, и сам себя ты тоже немножко наебал. В общем, в прошлой серии, помнишь, как я закупился очень нехуйски и по-тупому, да? Да. А ведь что я хотел сделать? Я хотел проверить, что у меня у мотика куплено, а что нет. Если что-то не куплено, что бы купилось. И поэтому я все по-резкому быстро все протыкал. Но прикол в чем? Когда ты. Ну то есть, мы с тобой предыдущий летсплей, вот позапрошлый, закончили на том, что я мотик апгрейдил свой полностью. Он у меня был полностью апгрейджен. Охо, я там насквозь всего проехал. А ты когда хакал, апгрейды нихуя не дал. То есть ты, по сути, я... мне несколько тысяч... Ты мне уже об этом говорил. Да в смысле? Я не говорил это на записи. Вот. И ты у меня, короче говоря... Я не могу мотоцикл взять. Оттаскивай, отбегай вперед или назад. Оттаскивай. Ой, блядь, как уж это влез. Вот и послушай как раз меня заодно. Мы сейчас подумаем с тобой все вместе, что делать. Вообще, смотри, у меня ты спиздил по деньгам полный апгрейд мотика, да? А у себя, к сожалению, конец летсплея сам я не записал, где ты закупался. По-моему, ты купил... Да... Движок и колеса или что-то такое. Вообще в себя ты тоже немножко наебал на деньги, но меня больше. Ну. Вот. То есть, ну вот, просто ты забыл сделать эти апгрейды для мотика, мы их не учли. Вот. И получается, да, что мы денег потеряли, я чуть больше, ты чуть меньше. Вот вопрос: забить на это хуй или что-то с этим делать? Мне кажется, забить на это хуй. Мне кажется, сейчас откупишься. За то, что я 15 место займу. Ну, тут не факт, что. Ну, тут не суть в том, что откупишься, не откупишься. Это просто, ну, не очень честно, как бы, да. Вот. Ну, я просто думаю, знаешь что? Ну, мне, если честно, я вот просто сказал, что такой момент есть, да? А так-то мне похуй сейчас. Ну, мне тоже похуй, абсолютно. Вообще глубоко. Ну, меньше у меня там на несколько тысяч денег, да я еще заработаю. Ну, либо взорвусь и хуй с ним. Наебал. Тут, короче, стадо коров, ты чипал. Я не смог объехать всех. А, ну, тебе до этого стада еще столько, что да. Оно, возможно, уже попасется и разойдется. А, мне нужно включиться в игру. Это моя красивка, она интерфильтрованием своей речи. Да, забей же, по-моему, это мы обсуждать точно не будем. Вот, и короче говоря, смотри, у тебя мотик новый, да, насколько я помню? Ты, по-моему, новый себе купил. Один из самых тяжелых в игре. Один из самых дерьмовых. И нихуя не апгрейдил, да, его? Да. Ага. Удачи. Точку. Удачи тебе, Джипал. Да, о, да, она мне понадобится. Ага. Это просто не то слово. Так, я пока что ехал вообще на полном автопилоте на отъебись, да, я встретил кого-то из стада коров, но, в принципе, еду я неплохо, кстати. Лучше, чем ты, это факт. Я тоже. Да, учитывая, что ты даже не едешь в данный момент. А летаю. Я на тебя только посмотрел, ты там по асфальту чекнил лицом. В общем, тебе придется реально привыкать к мотику. И я тебе, знаешь, как советую? В последнюю очередь купить движок. Ага, сначала понял. Все остальное, потому что у тебя станет лучше управляемость, да, лучше на дороге он будет держаться. Угу. А скорость не увеличится, и тебе, наверное, это и нужно. У меня очень хуёвый автопилот. Ну, у тебя не только автопилот хуёвый, у тебя основная проблема, я думаю, в мотике и руках, как бы, всё-таки. Мои есть... руки не привыкли к мотику. Да, у тебя непривычный мотик, и к тому же он, ну, не апгрейдженный, как бы. Mm-hmm. Ой, блядь, как какой жесткий звук-то был, нахуй. Довольно-таки больно было, звук был смачный. Да ух, что вот, за хуйня? Ты обнаружил стадо. Ебаные коровы. Джипа, мы с тобой теперь в одном стаде, видимо. Ага, прекрасно. Ага. Пиздец. По чуть-чуть придется ехать. Мы с тобой одной крови. Ну ты да, пытайся что ли как-то балансировать скорость, раз уж он у тебя, ну, на такой скорости нихуя не управляется вообще. Он сам по себе нихуя не управляется. Как ты раньше там притормаживал как-то. На том хотя бы ездить можно было, на этом только чертить поля. Ну поля тоже нуждаются во вспахивании, как бы. Почему я только? Ты много трактористов здесь видел? Я нет. Что? У тебя там, кстати, катастрофически мало денег, если ты чего бьешься, я боюсь, тебя опять ждет очередной забег. Я от смеха через знаки все не собрал. Хочу забег. Ой, я таким чудом избежал. Бля, второй еду. А, мы все тогда Японию пытались пройти, ну же. Да, нихуя только не прошли. И все под конец, то светофор, то столб, то встречка, бля. Да-да-да, я нормально ехал уже под конец. Да, блядь, меня все обгонять что-то стали. Стоять. Сейчас как олень. Да ты тогда тоже, кстати, под конец, я помню, убивался уже по-черному.
Ты тогда даже, по-моему, паник слегка так. Да я сейчас уже прям паник. Есть, я, ну знаешь же, Палм, я как бы третий, но могут не засчитать, потому что я вот, видишь, там мотик валяется. Ну не, не видишь. В общем, я чувака сбил, он вместе со мной рядом финишировал, там могут отобрать у меня победу, как у тебя тогда. Сука, я не удивлюсь, если так и сделаю. Кстати, я обратил внимание на записи, когда у тебя тогда отобрали победу, я не заметил, чтобы с тобой рядом ехал бот. Так ощущение, что тебя реально там жестко наебали как-то. Меня реально наебали? Да. Слушай, а может быть эта трасса непроходимая? Ну... Ну, остальные проходились, что именно? Япония типа не проходила? Япония, она же от... Она же только в третьем стейдж появилась или во втором? Я не понял. В третьем только появилась. В третьем? Ну, вообще у нас баги неизведаны. Ну, я сомневаюсь, что будет такая хуйня, что нас будут сдвигать на четвертое место. А, скорее всего, там игра немножко что-то перепутала в позиционировании. Ну, бывает. Со мной все бывает. Охуенно я объяснил вообще. Причем я сам в душе не ебу, что там было. Я, надеюсь, я тоже тебя... вообще не его как можно было. Я надеюсь, я тебя успокоил, но навряд ли вообще. Ты меня навряд ли успокоил, потому что я боюсь, что это баг какой-то неисправимый очередной. Ну ладно, давай же вам пока раньше времени горячку не будем пороть. Да-да-да. Тебе пока все равно этот конфликт... Я волноваться сейчас нельзя. Конфликт четвертое-третье место там тебе не светит. Ой, как нет. Бы. Тебе тут... Перед 15-м бы прикатить как-нибудь. Ага. О, а ты 14, смотри-ка, неплохо. Неплохо. А. Вот, ну ты доехал. Грязи в князи. Ты доехал и не пришлось бежать. Реально хорошо. Это да. Так, заставка победителя, я победитель. Слава богу. Слава богу, нет, это Японии больше. Четвертый из пяти трасс. Жпам, скоро четвертый левел, что ли, ебай. Надеюсь, что да. А, я пока не буду менять мотоцикл, просто засейвлю. Я Австралия. Гоу. Давай. Гоу. Все, так, я помню, я тебя как-то в второй раз жестко унижал. О, по-моему, вот этой хуйни, да? Едешь? Нет. Ёпта. Слишком жестко унизил. Ага, норм. Не надо меня унижать, ладно? Сейчас, я попробую тебя не так жестко. Ну вот. Вот, кстати, норм, смотри, ты от меня спрятался в полях. Ага, в дереве. Забавно, кстати, я первый жестик, ты второй, и ныкаешься от меня ты все равно. Причем я тебя стримаю твоим же баллончиком, который у тебя спиздил. Я, кстати, в прошлый раз все прикалывался, что ты интеллигенция, а я гопник, и в итоге так получилось, что реально я тебя обчистил. Полностью. Кстати, да, теперь ты же моим же оружием. Да, и твой же баллончик спиздил, и теперь тебя это еще терроризирует. Мне нужно было реально не джуджуер, блять, а гопник назваться. А твой ник я даже никогда не берусь прочитать. И не стоит, я его тоже не читаю. Не читаемый получился. Ну что, мы в следующий раз лучше, да, придумаем? Да, да, да. Ну или хуже, как бы. Условия те же будут, я думаю. Как получится. Я думаю, у нас будет добрая традиция именоваться секунд за 10. Да, конечно. Ну это просто не так важно в играх, правильно? Главное, чтобы мы отличимы друг от друга были. А мы точно будем отличимы друг от друга. Ну да, мы отличаемся. У одного хуета, у другого хуета, но ведь разная хуета. О. Да блять! Я хотел тебя толкнуть. Ты меня напугал такой, появился, резко пролетел и кто-то уебался. Ты меня сначала напугал, а потом смешил. Поэтому ничего страшного. Развлек в итоге. Кстати, чуть нунчаки мои не спиздил, мне кажется, я там махал. Это цепь, по-моему. Ой. Или нунчаки. У меня нунчаки, у тебя там не знаю что. У меня кулак, я горяк. Я видел, что ты кулаком бил. У тебя была, кстати, цепь в прошлый раз. Ты догнал чувака еще раз протаранил? Да, блядь! Что-то у тебя в этот раз какой-то... Сука, я с ноги встал. Ты не с той ноги на мотик сел. Это точно. Пиздец. Что ж мне так не везет-то постоянно? Минус лаки-лак. Этот мотик такое говно. Я врагу не пожелаю кататься на этом. Жупал, ну пока не греши так сильно на него. Мне кажется, с апгрейдами он будет получше. Он тебя, конечно, спокойно перегоняет, но мне управлять. О, пшикнули, это хорошо, кстати. А, вообще прямая трасса была, не повлияла. Фигово. Да, отлично, я согласен. У меня охуительный фильтр, переделывающий твои слова, стоит в голове. Ну,
Она уже появился за несколько серий. Сейчас, секундочку, моя оперативка занята. Я хорошо. Хочу нормально приехать. Это хорошо, что ты сосредоточен на правильных вещах. Я вот пока большей частью что-то пищу все время и на автопилоте езду. Тебе везет, пиздец. И хорошо получается, явно везет сильно. Я поэтому и продолжаю ту же хуйню. Я уже столько раз мимо знаков проехал. Каким образом, я не знаю. И первый еду, главное. Ой, лаки-лак. Он злой, я его до этого отъебашил. Ой, он врезался в кого-то. Это кенгуру, здесь их целая куча, кстати. Ой, мы с тобой... Знак! Синхронно, у меня тоже знак. Все из-за кенгуру, там целая куча их реально была. Я, ты второй. Ну, третий уже. Сейчас вот четвертый уже будет. Четвертый. Я очень плохо врезался, ну, много времени потерял. Нормально. И, кстати, меня радует, как... Знаешь, здесь похоже, что HP... Все-таки это реально HP, а не horsepower, да, не лошадиные силы. То есть как-то видно, что вроде новый мотик покупаешь, и кажется, у него больше именно здоровья. Да-да-да. И вот этот апгрейд за 1000, он реально влияет. Прям можно реально собрать 3 встречных тачки, еще даже на стол какого-нибудь хватит. Ну, на знак, точнее. На знак. Здесь гораздо больше HP, чем во второй части, я вот что заметил. В общем, это... Я тоже заметил. Эта игра, она гораздо кайфовее играется, а та гораздо хардкорнее. Вот. Я люблю хардкор. Я тоже люблю хардкор, поэтому да, мне в итоге нравятся обе игры. Но третья более фановая, именно менее напрягающая. То есть, допустим, когда устал, заебался, не всегда хочется жесткий хардкор, да? Это да. Вот, когда я в полных силах, я бы предпочел, возможно, даже вторую часть. Когда устал, лучше третью. Знак. Тебе тяжело. У меня просто не поворачивает. Тебе тяжело там, да, на этих поворотах, я уж понял. Гораздо проще станет с колесами, с подвеской там, со всех у них. Я наверное, сразу колеса. Колеса купи, они самые дешевые. Вот. Они сам. Да, у каждого мотика самая дешевая часть. И они очень реально полезны. Помогают, меньше мотик начинает заносить. То есть и длительность заноса сокращается, и вообще вероятность, что тебя занесет, как бы. О! Я опять за пиздежом, вроде как третий приехал. Можно? Научи меня пиздеть, пожалуйста. Без перерыва, как пиздец. Да я не знаю, Джипом, как-то само получается. Я вообще не смотрел, как я там еду, чё, блядь. Оху, я чего? Летаю. Как я седьмую приехал? Сейчас, подожди, мультик не отключай, мне кажется, это. Хорошо. Какой-то хороший будет, хотя... Да вроде обычный. Но он хороший. А, 5 из 5 написано. Момент истины. Да, ты седьмой, неплохо, кстати. Смотрим. Левел 3. Бля. Подожди, а трассы, неужели этот баг? Да, Джипан, смотри, какая хуйня получается. А, теперь квалифайт пишется, до этого было не квалифайт, теперь квалифайт, но мы на третьем левеле. А, то есть хуйня получается, что баг этот сохраняется и дальше. Бесконечная Австралия. А это ты сам, да, понимаешь, что означает? Дроп. Парли. В смысле дроп? Я не понимаю, что это значит. Мне опять что-то хакать? Ну, придется тебе опять хексить там все. Ну, а мы иначе не продвинемся, Джипан, то есть этот баг мы не обойдем иначе. А хотя, подожди, мы можем попробовать... Как сделать? А, мы можем попробовать наш старый способ. Давай я засейвлю. Ладно, я пока на этом остановлю тогда. Мы попробуем решить эту проблему.